Кэти, я была в настоящем коммунистическом доме. Одна? Да. Ты с ума сошла. Милая, я всегда верю первым впечатлениям. Ты сошла с ума. Кэти, мне кажется, очень многое из того, что нам говорили в Вашингтоне на лекциях о русском... Анна! Тихо! Молчи, молчи, молчи! Что нам говорили на лекциях о русских? У меня появились мысли. Ш-ш-ш. Умоляю. Шепотом. Шепотом. Почему? Ты ничего не понимаешь. Здесь всюду микрофоны. Ты ничего не понимаешь. Меня тоже преследуют по телефону эти русские. Поэтому я никуда не хожу. Ты понимаешь, как им важно меня заполучить? Я стенографистка посла. Никаких личных знакомств. Никаких самовольных встреч. Все через меня. Иначе вы погибли. Они обожают своего Сталина и ничего не боятся в мире. Это страшные наши враги. Да? Откуда ты знаешь? Ты же с ними не общаешься. Вижу в окно. И все говорят. Они ужасны. Сегодня я стенографировала письмо посла в Вашингтон. Страшные вещи. Они уже могут захватить всю Европу. Кто? Русские коммунисты.